веселі карамелі. Ассонанс, звуковой намек лучше, чем заношенная, застиранная, полная рифма, так говорил Алексей Крученых. Для лицезрения литературных перформансов приглашаем Ольгу Швец, учредителя и руководителя литературного фестиваля «Антракт». Кроме того, что вот говорили второй
раз весь авангард в Херсоне. И мало того, что день Бурлюка, сегодня еще первый день фестиваля «Серебряное веко 2». Что такое «Серебряное веко»? Это когда поэты приезжают и задумываются над «Серебряным веком», вспоминают авторов «Серебряного века». В общем...